Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок чтения Торы – это книга «В пустыне». Числа. 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 13 глава. С 27 по 31 стих. По русскому языку. Амен. И пошли, пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там, а Амалек живет на южной части земли, Хитей, Евусей, Амурей живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Амен. Амен. Все общее название темы и послал недельного отрывка. Что, в принципе, Моисей послал туда людей для того, чтобы они увидели землю, в которую идут, чтобы они увидели там, какие есть города, чтобы они поняли, что они идут наследовать. И фактически наша тема внутри раздела «И послал» – это вера в Бога. Доверие Господу. Я хочу говорить об одной вещи, которая поможет нам просто исполнить волю Бога на этой земле. И если у нас не будет доверия Богу, мы не сможем наследовать землю. Двадцать восьмой стих. Я хочу сказать, это первый пункт в нашем разделе. В сущности, Господь всегда показывает нам, когда мы отклоняемся от Его путей, Он дает нам увидеть и попробовать плоды доброй земли, чтобы мы могли вернуться, обратить внимание на хорошее, что Он дает нам. Он показывает нам, чем мы можем обладать, если только пойдем по Его путям. Как будто Он предупреждает нас.
Он как бы говорит, не соскакивай на свою дорогу, иди по моим путям, иди по моей дороге и смотри, чем я буду тебя кормить. И это говорит о том, что мы должны быть очень прислушивающимися людьми к Слову Божьему, чувствующими Его голос, ощущать Его присутствие. Чтобы не уходить на свои дороги. Чтобы это остановило нас, чтобы это принесло плод в нашей жизни. И второй пункт, это 29 стих. Сатан всегда представляет нам волю Божью, как будто это что-то очень страшное. Это очень трудно, он говорит. Ты не исполнишь это. Ты не сможешь этого сделать никогда. Сатан запугивает нас. Он всегда пытается посеять в нас страх. Почему? Потому что он не хочет, чтобы мы шли путями Господними на этой земле. Он хочет, чтобы мы свернули на его дороги. И его путь – это путь смерти. И окончательная вечная смерть. Но Иешуа победил эту смерть. И поэтому мы идем по его путям, по его дороге. Спасибо большое ему. Давайте откроем притчи, 3 главу. И прочитаем 5 и 6 стих. Это на память надо выучить всем. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои. Амен. Амен. Вы видите, что говорит Писание? Говорит, вы должны быть уверены в Боге и доверять Ему в этом. И как бы не соглашайся, не опирайся на то, что есть в твоей голове. Потому что сатан тоже всегда действует через мысли, атакует как бы голову нашу и говорит нам, не ходи этими путями, там страшно, у тебя ничего не получится. Может послать даже людей в твою жизнь, которые тебе подтвердят и скажут, да, да, не ходи туда, там плохо, там тяжело. Чтобы запугать тебя, чтобы сказать, это очень трудно, невозможно это. Но мы должны спрашивать Господа. Я хочу идти по твоей дороге, Господь. Дай мне силы пройти до конца этот путь. И не отклоняться, и не сбиваться на дорогу, которую сатан дает. И тогда написано, он направит твои пути, то есть сделает твои пути прямыми. Это то, что важно в нашей жизни. Чтобы наша дорога была прямая. В одно место, в Царство Небесное. Что пугает людей? Людей пугает, в принципе, как бы вот внешние вот эти все факторы. Изменения внешние. А, крайние, радикальные изменения. То есть, как я все это сделаю? Ты это сделаешь с Господом. Не один. Вспомните Моше. Что он сказал Господу? Моисей говорит, я говорить не могу, я косноязычный. Куда ты посылаешь меня? Но Господь дает ему силы и дает ему в помощь его брата.
И всегда это будет, вот эти радикальные изменения, они нам кажутся такими глобальными, такими огромными. Так как здесь там сыны великанов живут, в русском тексте вот сыны Инаковы, это не имя и не фамилия. Анак – это гигант, великан. Перевод сделали вот сыны Инаковы. Поэтому это просто очень большие люди, там 3,5 метра роста, 4 метра роста. Как мы их победим, говорят они все. И Халев что говорит? Он говорит, мы можем это сделать, и мы должны пойти это и сделать. Потому что Господь с нами. Если мы уверены, опираемся в своей жизни на Господа, то любовь Божья, она изгоняет всякий страх. Любовь Божья – это то, что мы хотим быть с Ним, и мы никак не можем быть отделены от Него. Мы не хотим потерять связь с нашим Господом. Это очень важно в нашей жизни. Больше, чем все остальное. Я хочу рассказать свидетельство на этой неделе. Мы сейчас с женой ищем квартиру себе. И видели квартиру, которая нам очень понравилась. Дом на земле с этим, с лужайкой. 600 метров только огород. Мы уже стали планировать, как там посадить огурцы, помидоры. Я шучу. Он говорит, мы планируем, как там наша вся община будет праздники праздновать. И я так сильно прилепился к ней, думаю, все, это наша квартира, мы там будем жить. И мы возвращаемся домой, и жена говорит, как это, ты не будешь просить у Господа знамения? И я тогда говорю, конечно, давай помолимся. Но я в своем сердце очень хотел этот дом. И он говорит, я такое условие поставил Господу, минимальное там, ну, только чтобы получить это. Только если это от тебя дом, чтобы мы могли с ним договор подписать, больше ничего. И мы ночь поспали, провели, рассказываю я своему другу. Я поговорил на утро с этим парнем, у которого надо снять этот дом. И вечером он возвращает мне ответ. Уже я ее сдал, говорит, кому-то другому. Это воля Божья. Я очень хотел, но видите, вот воля Бога такая. И если бы я шел человеческими силами, я бы стал бы уговаривать, еще бы добавил денег немного. Но Господь ответил мне, что еще можно ожидать. Не хочет нас там видеть. Вы знаете, очень трудно все это принять. Но на завтра пришел мир, и я понял, это воля Господа, что еще просить. Это точно то, что мы должны как бы держаться, придерживаться. Воля Божья приходит, ответ в нашу жизнь. Держитесь за это.
И приходит мир Божий в сердце. Это воля Господа. И если ты будешь перепрыгивать на желания свои, на другие, ты просто потеряешь волю Божью в своей жизни. Каждый из нас должен спрашивать себя, на что я опираюсь? На что я рассчитываю? Или я доверяю Богу? Или я уверен в Нем? Потому что потом тогда очень легко Его волю исполнить в своей жизни. Это самое лучшее для тебя. Пусть Бог благословит нас всех. И мы полную веру давайте проявим Господу. И пойдем Его путями. Каждый из нас. Амин. Встаньте, пожалуйста, для молитвы. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן.